понял? Всем привет, дорогие друзья! Ни для кого не секрет, что супергеройские фильмы построены на эпичном противостоянии злодеев и героев. Однако бывают настолько быстрые поражения персонажей, что они буквально повергают в шок. Как раз именно 20 таких скоротечных поражений супергероев и суперзлодеев мы сегодня с вами и вспомним. Открывает наш выпуск невероятно быстрое поражение самонадеянного Магнета из фильма «Люди Икс. Темный Феникс». Эрик приходит к Джин, чтобы поквитаться за смерть Мистик, однако оказывается бессилен против ее мощи. Она легко побеждает Магнета его же оружием, показав, что управляет металлом куда лучше, чем он. Далее идет одно из самых могущественных существ во всей расширенной вселенной DC – Дарксайд. Поэтому стало очень удивительным его довольно быстрое поражение, показанное в рассказе Дианы Бэтмену о прошлом нападении захватчика. Да, он успел немного продемонстрировать свою силу, однако затем, всего лишь одним ударом топора, Арес отправил Дарксайда отдыхать. На 18 месте невероятно быстрое и унизительное поражение главного крушителя Марвел, которое до сих пор просто не укладывается в голове. Все мы с вами знали, что Безумный Титан крутой противник для Мстителей, но чтобы настолько? Продемонстрировав помимо своей мощи еще и превосходную скорость, Танос просто издевательски сбивает Зеленого, да так, что потом Халк вообще отказался появляться, оставив Беннера беззащитным. Далее идет быстрое поражение одного из самых могущественных мутантов во вселенной Марвел, Энса Бахнура, с которым никто не мог справиться в фильме «Люди Икс. Апокалипсис», пока по просьбе Чарльза Джин не выпускает свою неконтролируемую силу Феникса, после чего она моментально срывает сначала все доспехи Апокалипсиса, а затем и вовсе разрывает его тело, которое превращается в прах и развеивается по ветру. На 16 месте Электро, который в фильме «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» 2014 года впервые встречается с паучком в исполнении Эндрю Гарфилда. После того, как Паркер спасает всех людей от буйства Макса, он вместе с пожарными обливает Электро водой и тем самым очень быстро побеждает новоиспеченного злодея. На 15 месте противостояние Росомахи и Магнета. Логан не раз пытался достать Магнета при любом удобном случае, однако все время безуспешно. Такая скоротечная схватка между мутантами произошла в фильме «Люди Икс. Дни минувшего будущего» 2014 года. Здесь Росомаха, даже не имея адамантия, действительно пытался хотя бы приблизиться к Магнету. Однако сделать это ему помешала арматура, которую он ощутил во всем своем теле. А после Логан был отправлен на дно реки кормить рыб. В фильме «Люди Икс» 2000 года Магнета также встречался с Росомахой. Однако здесь Эрик имел куда более значительное преимущество, так как скелет Росомахи уже был покрыт адамантием. Магнета не дал Логану вообще ни единого шанса на сопротивление. Он сначала обездвижил его, а затем отправил полетать. Перестаньте! Прекратите! Что тебе надо от меня? А кто сказал, что мне нужен ты? Но
На 14 месте неожиданное и очень быстрое поражение великого и ужасного Таноса в фильме «Мститель. Финал», где на его пути встала разъяренная Ванда, которую, как и всех исчезнувших, возвращает к жизни щелчок Халка. В этот раз полная решимости Алая Ведьма легко побеждает Таноса, подняв беспомощного Титана в воздух с намерением разорвать его на части. Таноса вовремя спасает вызванный из корабля огонь на себя. На 13 месте невероятно быстрое и при этом очень болезненное поражение Локи, который в фильме «Мстители» 2012 года еще числился как злодей. Здесь он неудачно попадает под горячую руку Халка, который жестко приложил Локи о пол несколько раз, и ему сильно повезло, что он оказался богом. Мелковат. На 12 месте очень быстрое поражение Ртути из фильма «Люди Икс. Темный Феникс». Здесь команда супергероев прибывает успокоить Джин, которая вообще не может контролировать свою новую внутреннюю силу. После нескольких попыток за дело берется Питер, надеясь на свою сверхскорость. Однако этого оказывается недостаточно, и Джин с легкостью расправляется с Питером, который с бешеной скоростью летит в кусты. Далее идет удивительно быстрое поражение, казалось бы, непобедимой Хелы, которую в фильме «Тор Рагнарёк» смог остановить лишь только возрожденный огненный демон Суртур. После воскрешения Суртур сразу же разрушил Асгардский дворец и принялся уничтожать Асгард с помощью сумеречного меча, чего никак не могла позволить Хела, которая тут же принялась защищать свое царство с помощью гигантских зачарованных мечей. Однако их оказалось недостаточно для огненного демона, и Суртур вонзил сумеречный меч в Хелу, полностью уничтожив богиню смерти, а вместе с ней и Асгард. Самое главное, что фундамент не пострадал, а там надстроить можно. Да, фундамент тоже снесло. Жалко. На 10 месте невероятно быстрое поражение Атома-Крушителя, учитывая его размеры. Однако грозного черного Адама в исполнении Дуэйна Скалы Джонсона гигантам не напугать. Атом успел только добежать, увеличиться и нанести всего один удар своим громадным кулаком. Но всего через несколько секунд последовал мощнейший ответ, который отправляет Крушителя в глубокий нокаут. Я поймал его! Ребят, я поймал! Надеюсь, Уоллер приготовила для него клетку. На 9 месте еще одно уж слишком быстрое поражение Таноса. После того, как Титан все-таки завладел всеми камнями, он получает разряд от бога Грома, который запускает в Титана свою секиру с такой силой, что ее не смогли остановить даже все камни. В итоге он пробивает грудь Таносу. Далее Тор со словами «говорил же, что убью за брата» проталкивает секиру еще глубже. И если бы не перчатка, то Танос был бы мертв. На 8 месте практически моментальное и непонятное поражение призрачного гонщика, который сошелся в первой схватке с Блэкхартом и попытался наказать его своим карающим взором. Однако у него ничего не получилось, так как у Блэкхарта нет души. В ответ сын Мефистофеля моментально, а самое главное неожиданно, погасил огненный черепок. Достань у смотрителя договор, привези его мне в Сан-Винганзу, и может быть я пощажу твою девушку. На 7 месте очень скорая кончина Эбони Мо в фильме «Мстители. Война бесконечности», который на корабле мучил Стрэнджа, пытаясь заставить его отдать камень времени силой. Благодаря большому количеству фильмов, которые смотрел Человек-паук, Старк пробил дыру в стене корабля, и Мо унесло в открытый космос, где он и погибает. Сила смехотворна по сравнению с моей. Зато паук видел больше фильмов. На 6 месте невероятно быстрая смерть неуязвимой и могущественной сущности Целестила Эго, который даже не видел своего маленького и милого убийцу. В фильме «Стражи Галактики 2» он сошелся в схватке у себя дома с Квиллом и его командой, которых довольно легко победил благодаря своим безграничным возможностям. Однако всего за мгновение его убил малыш Грут, который взорвал мозг Эго. Надо остановить его! Убьешь меня,
и тут же станешь обычным смертным. И что же в этом плохого? На пятом месте невероятно быстрое поражение сразу двух сильнейших супергероев — Черного Грома и Рида Ричардса в фильме «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия», которые решили, что смогут легко остановить Алую Ведьму. За свою самонадеянность они заплатили жизнями, как собственно и остальные иллюминаты, с которыми Ванде пришлось немного дольше повозиться. На четвертом месте, наверное, самое быстрое поражение Человека-паука за всю историю его существования, которое произошло в самом конце мультфильма «Человек-паук. За пределами вселенных». Здесь Мэз попадает не к себе домой, а на Землю 42, где встречает не только своего покойного дядю Аарона Дэвиса и узнает, что его отец уже мертв, но и сталкивается с местной версией самого себя, которая, оказывается, стала здесь бродягой. Этот дерзкий Мэз с одного удара отправляет оригинальную версию покемарить. И тут возникает вопрос, а где же было паучье чутье Мэза? Неужели никто даже не попытается их остановить? Ты кто такой? На третье место я поставил невероятно быструю смерть Халка из мультсериала «Что если?», который даже не успел понять, кто его все-таки убил. Как оказалось, Хэнк Пим после смерти своей дочери Хоп Ван Дайн начал мстить организации «Щит» и убивать потенциальных мстителей. Так он с помощью пули проник в организм Брюса Бэннера, а после его трансформации в зеленого Хэнк бросил в сердце Халка увеличивающий диск, после чего орган стал настолько огромным, что разорвал зеленого изнутри. Что, мало? Ну давай! Он же бессмертный! Сражался. На что надеялся? На втором месте мгновенное поражение, которое закончилось моментальной смертью, да и кого? Самого Таноса. В мультсериале «Что если?» Альтрону удается заполучить тело Вижена из вибраниума, которое содержит камень разума. Андроид побеждает Мстителей и устраивает глобальную ядерную катастрофу, уничтожая большую часть человечества. В это время на Землю прибывает Танос для завершения сбора камней бесконечности в свою перчатку. Однако Альтрон с помощью камня разрезает Титана пополам и забирает все 5 камней. Впечатляюще. Ну и на первое место я поставил сразу множество моментальных поражений Мстителей в Ваканде, куда явилась сама неотвратимость Танос за последним камнем бесконечности. С помощью своей почти полной перчатки Титан с легкостью побеждает всех супергероев, которые самоотверженно пытались его остановить и защитить Вижена. Единственным, кто хоть немного продержался, был Кэп.